Я все-таки родилась в Советском Союзе, и у меня какие-то заложены принципы оттуда. Я хочу сказать, конечно, это благодаря родителям моим. Я считаю, что нельзя быть подлым, что нужно быть добрым всегда. Если можешь, помоги, если не можешь, не мешай. Доброта должна быть всегда, во всех поступках. Всегда. Если ты не можешь делать добро, то хотя бы, ну, не делай зла. Мои жизненные принципы, я не курю. Я пью только по праздникам, с друзьями, там, с семьей, да, то есть немножечко так. Ну, не переношу курение. Мне очень порадовал закон, когда запретили курить в кафе. Может, не всех это радует, но меня это радует. Я считаю, что нельзя предавать. Воровать тоже нехорошо. Я придерживаюсь этих принципов. Принципов на самом деле очень много. И просто надо быть хорошим человеком. Самое главное. Главное, чтобы вам было не стыдно самому себе сказать, что да, я действительно не поступил плохо, я никому не сделал подлости, я никого не убила, я даже никому не нагрубил. Это тоже иногда важно. И никого морально не унизил. Тоже необходимо. Поддержите людей. Если, например, вот даже если вы видите, кто-то идет и плачет, это не всегда хорошо подойти и спросить, может вам чем-то помочь, потому что человек может агрессивно ответить. Но все-таки присмотритесь, если вы можете помочь, помогите. Вот такие мои принципы.